с 22 января. Музей русской иконы открылся для посетителей. Теперь снова вы можете прийти к нам на постоянную экскурсию, а также посетить выставку одного шедевра – иконы «Изведение апостола Петра из темницы» из Новгородской церкви Петра и Павла в Кожевниках, которую мы сделали вместе с Новгородским музеем-заповедником. Проведение экскурсий возобновится чуть позже. Об этом будет сообщено отдельно. Музей открыт для посетителей с 11:00 до 19:00 во все дни недели, кроме среды. Вход бесплатный. Не забудьте, что при посещении музея нужно соблюдать временные правила, действующие в период ограничений из-за угрозы распространения коронавируса.